Итак, друзья, перед вами седьмой поединок сегодняшнего вечера. И в синем углу вес бойца 63 килограмма, рост 172 сантиметра, возраст 27 лет. Является мастером спорта по армейскому рукопашному бою, чемпионом центрального военного округа по армейскому рукопашному бою. Его профессиональный рекорд – одна победа и одно поражение. Представляет клуб «Олимп» Орехово-Зуево, синий угол, Тимур Абдурахманов. И его соперник в красном углу, вес бойца 65 килограмм, рост 174 сантиметра, возраст 25 лет. Является мастером спорта по рукопашному бою, кандидатом мастера спорта по грэпплингу и чемпионом Москвы по грэпплингу. Его профессиональный рекорд также одна победа и одно поражение. Представляет клуб «Гвардеец», столица Москва, красный угол, Минка Шутин, Шепаза. Регламент боя 2 раунда по 5 минут. Бойцы на середину. Слушаем внимательно, правила не нарушаем, затылок не бьем, пах не бьем, партеры колено только по корпусу, за клетку не хватаем, пожали разошлись. Далее, бой! Хорошо. Спокойно работайте, стой, бой, стой, по руке, держи, не бросайся, не надо бросаться. Друзья, почему так тихо в зале? Давайте поддержим спортсмена! Руки под его ногу засунь, одну руку, руку ему засунь под его ногу. Васти, ноги его держи ногами. Васти, говорю, держи, лежи, держи ноги. Лежи ногами, ноги его держи. Вот, дай, дай, бей, бей. Надо лежать. Давай, рот, ногу дай, 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 дай ему пара. Итак, друзья, на минуте 38 секунде удушающим приемом в этом напряженном поединке победу одержал Минка Шутин, Шепаза! Ваши громкие аплодисменты, друзья! Спортсмены не покидают октагон. Для награждения победителя приглашаются представители байк-клуба «Ветеранс ММС». Друзья, просьба подняться на сцену. Давайте поддержим наших гостей.